Thank you.
Thank you.
Станислав Михайлович, наверное, испытываешь огромную радость. Вот прошло уже не одно поколение, которое исполняет вот все ваши номера, которые сейчас прошли перед нашими гостями. И я вспоминаю, что нам, к сожалению, не довелось увидеть вашего знаменитого футболиста. Асаф Михайлович, возможно ли было сегодня показать это? Ведь мне думается, что все знают о вашем футболисте. Именно в то время вы сочинили такой замечательный номер, и имя Асафа Масерера с новой силой зазвучало, ибо это был великолепный современный номер. И мне бы очень хотелось, и, конечно, я убеждена всем нашим зрителям, очень бы хотелось сегодня увидеть этот номер. И я должна вам сказать, Асаф Михайлович, уже мы думали о том, что вы нам не откажете в этом, и концертмейстер, конечно, познакомилась с нотным материалом, так что мы ко всему готовы, чтобы вы только дали согласие, и смогли бы вы это сейчас нам продемонстрировать, кое-что показать. Я-то уверена, что вы можете. Да? Асаф Михайлович, ну что? Я вообще с детства очень любил спорт и очень любил футбол. И мне захотелось сделать номер футбола, футболиста. И вот вместе с композитором Цфасманом мы как-то беседовали и наметили, что можно сделать для того, чтобы представить игру в футбол в танце. Ну вот, и попробовали. И вышло. Не знаю, посмотрим. Асаф Михайлович, ну прошу вас, но пожалуйста. Мне хотелось давно уже передать этот номер Владимиру Васильеву. Мы попробуем сегодня. Лиха беда начать.
Thank you.
Mm-hmm.